Педагогические кадры для детских центров. С такой повесткой дня состоялся педагогический клуб в рамках форума «Открытые паруса». Презентация педагогических отрядов и педкоманд вузов, детских лагерей и центров. Здесь обмениваются опытом и получают полезные советы. Кроме того, в рамках педагогического клуба был поднят вопрос о создании программы по подготовке педагогических кадров в сфере детского отдыха. С примером уже действующего такого проекта выступила доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета Людмила Спирина. Глобальная идея какая? Вернуть нормальных молодых ребят, подготовленных профессионально, в педагогическую среду. Это сверхзадача. Частная задача – готовить кадры вожатых для летних лагерей. Проект «Профессиональный старт» реализуется на базе Всероссийского детского центра «Орленок» 6 лет. За это время в нем приняло участие около 4000 российских школьников. Отобрали социально активного ребенка. Подготовили по нескольким ступеням до профессиональных. Поступил в профессиональный вуз. После вуза практика и стажировка в лагерях в роли вожатого. Научная деятельность. Заканчивает вуз, приходит молодой подготовленный специалист в педагогическое учреждение. С идеей о создании в 4 всероссийских детских центрах единой образовательной программы выступила руководитель маркетинговой службы Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Гагаркина-Петрик. Она предложила вовлечь в данную работу педагогические отряды, которые стали бы связующим звеном между крупнейшими детскими центрами, тем самым получая неоценимый опыт. А если задуматься над проектом, допустим, единая образовательная программа, которая должна была проводиться единовременно в наших центрах детских, зачем у друг друга что-то копировать, когда мы можем все объединить в один проект? А вот эти отряды педагогические, которые свободны, их есть возможность где-то собрать под определенный проект, подготовить, и они бы были связующим звеном во всех 4 центрах. И таких проектов еще нет в России, чтобы мы с вами все вместе его организовали. Но можно, это будет сверхпроект. Проект, который единовременно проходит во всей России. Кроме того, участники педагогического клуба обсудили реализацию проекта по подготовке педагогических кадров в сфере детского отдыха. От создания до апробации и внедрения в работу. Продумали дальнейшие совместные действия. Формат задался такой, что осветили много проблем. И если все сейчас готовятся и развивать тему дальше, то уже нужно приходить к конкретным действиям. То есть сегодня были такие позиции, которые в дальнейшем уже оговорены, и теперь можно приходить к конкретным действиям, механизмам их реализации. Мы все говорим о проблемах, мы все вместе их решаем, и это выливается в совместные дальнейшие проекты. Это уникальный форум, который действительно помогает развиваться детскому отдыху. Форум, он действительно как организм живой, он так развивается. И в этом очень большая наша заслуга как организатора. Спасибо вам большое. Если получится дальнейшее сотрудничество наших 4 центров, мне кажется, что мы с вами обязательно сможем конструктивно работать.